Я трогал Бубсича за жопу. Так, мне нужно... Дима в Галактике, может, как-нибудь поиграл бы. Много толстых членов. Ты успел нащупать, шалунишка? Кстати, члены щупало, ребят. Помню, мне однажды в военкомате член щупали. Это, конечно, ржака было. Он думал то, что у меня что-то там есть, и он пытался нащупать. И тебе понравилось? Он щупал мошонку и просто... Ну, как бы, знаете, он подумал то, что у меня, типа, на члене что-то есть, блядь. Пощупал его, и дабы уж, ну, не показаться этим кретиноидом, который просто призывника за хер помацал, он еще и мошонку помацал, типа. Тебе понравилось, не ври. Нет, знаете, когда вам яйца щупает какой-то лысый потный дед, тощий, знаете, похожий на Кощея. Ох, ёб твою мать, а что, так быстро, что ли? То вы совсем не будете испытывать от этого, ребята, какое-либо удовольствие, я вам точно могу сказать. Я залез рукой в штаны к товарищу и нащупал там огромный толстый бумажник и паспорт. Армия — это ПЗДЦ. Хорошо, что я туда не попал. Я человек мягкий, меня бы там трахнули и заставили толки драить. Ну нет, ну вряд ли тебя там трахнули бы. Хотя, кстати, лол, мне знакомый рассказывал историю из армейки. Где у них, короче, чел за пятнашку тысяч... позволил себе в очко отпердолить. Притом его пердолил в жопу не солдат, блять. Нормально отслужил, к слову. Ну, к слову, потому что его не солдат в очко пердолил.